Вот он, родной! Ну, сейчас тут классно должно быть. Всем привет, на связи Хижина Музыкант. И сейчас будет первый выпуск чат-рулетки в 2024 году, поэтому перед просмотром не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поддержать меня в комментариях. Это все влияет на продвижение, поэтому не забывайте это делать. И перед началом хочу с радостью пригласить вас на свои весенние концерты, уже известные даты. 24 марта играем в Казани, 31 марта в Москве и 2 апреля в Питере. Будет новая программа, светозвуковое шоу, живой бенд. Короче, классно проведем время. Ссылочка в описании, разбирайте билеты и погнали. Ту-ру-ту, хай. Play something. What do you listen to usually? Jazz and blues, soft music, afro, and Moroccan music. Ooh. One jazz melody, I remember, Blue Moon. Thank okay. you. Do you know "Fly Me to the Moon"? Oh, or, it's beautiful. We can make it if we try. We can make it. Друзья, посмотрите, насколько интересен стал мой контент, когда я вышел на международный уровень в съемках по миру и здесь в чат-рулетке. И все это благодаря одному навыку – знанию английского языка. Хотите также? Сейчас начало Нового года и самое время записаться в международную школу английского языка Wall Street English, чтобы к лету вы уже знали базис и могли слагать предложения, а к зиме и вовсе попробовали свои навыки где-нибудь в путешествии. Знаю, что многие бросают эту затею с языками, потому что нету четкого плана и ментора, который мог бы вас поддержать. А вот в школе Wall Street English на протяжении всего курса вас ведет наставник и целая команда специалистов, а за 50 лет преподавания школа настолько отточила свои методы обучения, что вы получите самый сок, как говорится. Очень рекомендую. Кстати, школа дает финансовую гарантию, поэтому вы можете не беспокоиться о вложенных средствах, тем более, что вложение в себя – это лучшая инвестиция в 2024 году. Плюс в конце вы еще получите диплом международного образца, который подтверждает ваш уровень владения английским языком. Вы можете начать учить английский с полного нуля или подготовиться к сдаче экзамена IELTS, или вовсе просто подтянуть свой английский перед путешествиями. В общем, вы можете выбрать любой курс, отталкиваясь от вашего желаемого результата. Пора браться за то, о чем вы так долго мечтали и так долго откладывали. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь в школе и получайте 40% скидку по промокоду Хижина на обучение. Акции действуют до 31 января, успевайте урвать. Ну и погнали дальше. Hello, girls. Hi, hi. Hi, boy. How are you? Yeah, it's musical instrument. Do you want to play yes. for you? Yeah. Yeah. So talented. Thank you, girls.
я вас знаю. Серьезно? Почему? Я что, провинился? Нет, наоборот, я видео видел классные с вами. Да ладно, кто-то слил, что ли? Да, наверное, же вы. А что я там делал? Песни пели. Серьезно, я же не умею. Ну, конечно. С баяном просто так никто не сидит. А, вы шарите? Это баян, кажется? Бля, ну, наверное. Ну, дедовский инструмент, как бы я вот взял. Посидеть. Да? Когда ну, сейчас тут классное должно быть. Когда, какое волшебное слово надо сказать? Ёлочка, гори! Когда начнется? Тогда уже надо сказать. Баянчик, играй. Ну, нет, это звучит не очень. Не очень. Нерифмованно. Ну, надо же знать, что играть. Согласна. Надо что-то новогоднее. Новогоднее? Ну да, сейчас же Новый год движется. Новый, 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 новый год. Все мечты исполнит. Новый, 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 новый год. Мы на год запомним. Новый, 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 новый год. Не жалейте свечи. Новый, 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 новый год. В новогодний вечер. Новый год, новый год, новый год. Браво! Супер! Спасибо! А у вас какой талант, я вижу, ну, полы умеете мыть, это швабры? Да, все таланты налицо, сигнализация кричит, швабры на месте, дверь закрыта. Так, это ребус какой-то, да, типа надо решить? Да, можно разгадать мои таланты по тому, что я перечислила. И этот не нужен, доктор Пропер. Да, веселей, в доме чисто, два раза быстрее, вот такие вот. Да-да-да-да-да, я эту песню помню. Помнишь эту песню? Тебе сколько было, когда песня выходила? Динозавров видела? Да? А я только мамонтов, кстати. Да? Ну, типа попозже, да, да. Мне тоже кажется, что вы попозже. Ну, это кажется только. Насколько вам? 28. Получается, что вы старше. Я видел динозавров, а ты мамонтов, все понял. Да, получается, я мамонтов видел. Неплохо, мне нравится. Maybe you remember this song. I just want to tell you how I'm feeling. Gonna make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around. Desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Didn't expect it. You are so good. Thank you. I can say nice to meet you in Russian. Рад знакомству. Рад знакомству. Рад знакомству. Yeah, perfect. I'm good, oh, man. Oh yeah. How say it in Moroccan language? Mitsharfin. I'm good! I'm good! О! Привет! Ой, сыграешь что-нибудь? Да могу, если надо. Давай. Так, ну давай, вот это что ли? Thank you.
я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. И даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя. Мне одному совсем, совсем ни к чему. Вы мелодию сразу узнали? Да. Конечно, да. Здорово, молодцы. А вы откуда сами? Из Карелии. Чего? Из Карелии. А, из Карелии, все понял, у меня там друг живет. Битмарь, да. Какая так что я был. У нас Карелия, да, вообще? Со всего края. В Петрозаводске был. Я из Казани. Серьезно? Да. Блин, неожиданно. А ты, я так понимаю, ты сидишь и развлекаешь народ. Ну да, кто, если не я, как бы, да? Как ну, бы... блин, хорош. Ну, вообще-то мы еще есть. Баянист — это этот, номер один парень на деревне, правильно? Согласна. Ну? А мы все искали, вот он родной. Ребята, на этом все, давайте попробуем набрать 50 тысяч лайков на этом видео. Поэтому пальчики вверх. Не забудьте в комментариях написать, какая песня вам понравилась или какую песню вы бы хотели услышать в моем исполнении. Не забудьте про билеты на мои концерты, которые с каждым днем становятся меньше. Разбирайте. Если это не ваши города, все равно приезжайте. Будет что посмотреть в городе помимо концерта. Скоро увидимся. Пока.